Новости и тренды пластической хирургии. Мнение спикеров Moscow Breast Meeting. В этом году наконец-таки появился в Российской Федерации препарат индоцианин зеленый. Получил регистрацию в 2021 году, и с сентября 2021 года он начал активно применяться в лечебной практике. Теперь мы имеем возможность проводить биопсию сторожевых лимфатических узлов в рутинной практике практически всем пациентам, кому это показано. Новости и тренды пластической хирургии. Мнение спикеров Moscow Breast Meeting.